Вредина, 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 медведина. Вредина, вредина. Нам тут отдали мешок крошки печеньковой. Печенье, крошка. Вот. Это мое. Че ты смотришь? Перчатку понял, лежащую на земле. Нет, все, это же ей, все здесь, все ей принадлежит, понимаете? Это царица Савская. Слышишь ты, Савская царица. Вон, что ты не можешь затянуть? Давай помогу. Давай помогу, Маша. Ну давай помогу. Давай. Забирай, иди. Давай, забирай. Я пошевелю, а ты будешь забирать. Давай. Давай. Маш. Ну чего ты? Ну, пока что у нас все вот как она сделала себе. Холода отступили. Полку сломала коза. Кто-то рванул, пойдем посмотрим. Маш! Идешь гулять? Нет, не идет. Машу мама не пускает гулять, да? Нёнь! Аню! Вредный медведь. Яблоки фу. Зараза косолапая. Ну что ты, Маш? Маша. Хулиганя. Ну. Да. А мы ищем где-то обрыв. Тут вот под травой обрыв. Сейчас, наверное, будет. Мама ее будет отвлекать, а я буду делать. И что ты такая вредина, Маш? Задница. Задница вся взъерошена. Видели? Это все, что вы хотели знать о медвежьей красоте, но стеснялись спросить. Обнаружил, что болото вернулось. Все замечательно, ура. В общем, мы заказали, оплатили из того, из тех денег, которые вы нам помогли, 200 метров 2-миллиметрового троса, чтобы заменить полностью систему электропастуха. Поскольку вот этот вот вот этот фасад задний. Маш. Машка, рыбачить будем? Маша, рыбачка. Рыбачка Маня. Как там Маня? Вот. Веронич, да. Отключи электропастух. Включи? Отключи. Вот именно, что отключи. Я в курсе. Сейчас я ей рыбу дам. Ага. Я отключу. Это не Маша, это медведь хуже карасин. Нюнечка, манюнечка. Сломала. Да. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Вот. Вредная медведная удалилась в заповедное.